находимся в автобусе и едем в очередное небольшое путешествие. На улице стоит просто потрясающая погода сегодня, 18 градусов. На небе совсем мало облаков, но посмотрите, какого цвета море. Оно светло какое-то, коричнево-серое, но это из-за того, что был шторм. Как вы думаете, друзья, куда мы отправляемся? А мы отправляемся... Мы отправляемся, у вас есть 5 секунд подумать. Мы совершенно не планировали ехать в это место, но нас пригласили на выходные друзья. И сегодня мы отправляемся в город под названием Финики. Это апельсиновая столица Турции, поэтому приглашаем вас вместе с нами в это удивительное путешествие, в котором мы также будем собирать апельсины в апельсиновых садах. Многие из вас, конечно же, не знают, где находится город Финики. От Алании до Финики ехать примерно 4,5 часа, 2,5 часа до Анталии и далее до самого города Финики ехать всего 2 часа. Мы уже доехали до Анталии и сейчас скорее идем искать наш автобус до Финики, ехать туда еще 2 часа. Если автобус есть сейчас, то поедем. Если нет, то будем кушать, потому что очень-очень проголодались. Входим в терминал Междугородний и ищем быстренько наш автобус. Вот наш автобус. На Сокомале. Мы уже в нашем автобусе, быстренько забежали, и через 2 часа мы окажемся уже в Финики. Мы выехали из Анталии и направляемся по дороге в Кемер. Кстати, по дороге в Финики мы будем проезжать также Олимпус. Я давно-давно, лет 7, наверное, назад ездила по этой дороге и уже не помню, поэтому для меня это тоже интересное приключение. Кстати, в Финики проживает всего 50 тысяч человек. Это небольшой городок, но считается апельсиновой столицей Турции. Посмотрите, какие красивые виды открываются на горы. Прям солнце светит очень ярко. Теплая погода сегодня. Красивые виды на горы, на море. Специально села у окошка, чтобы все заснять. Около 40 тысяч человек, и многие знают, что это также популярный курорт Турции. Он, конечно же, намного меньше, чем Анталия и Алания, но здесь также есть много пляжей. Вот мы едем по дороге, и море не видно. Море находится за деревьями, и там расположены также многочисленные отели и резиденции. Кстати, из Кемера в Анталию, из Анталии в Кемер можно доехать на морском автобусе, который идет из порта Анталии, старого города. А также Кемер очень красивый город, окруженный горами, поэтому отдыхать здесь, я думаю, что одно удовольствие. Кстати, пишите в комментариях, были ли вы раньше в Кемере или нет. Ну, а мы направляемся в сторону Кумлуджа, и там уже выйдем на побережье. Я надеюсь, увидим море. Так, кажется, здесь есть что-то вкусненькое. Вот наш автобус. А вот такой вот отсюда открывается вид на горы. Чиралы, очень известный район около моря, на пляже. Приезжают много кемпингистов. И если вы хотите окунуться в эту невероятную атмосферу, также приезжайте в Чиралы. Булки. Хотелось очень булочек с картошечкой, с капустой. Но здесь нет. В общем, купили такие булки, чай. И сейчас отправляемся. Полчаса осталось. А? Нелар.
В общем, осталось полчаса до последней остановки. Да, очень голодный, просто невероятное удовольствие покушать вот таких булочек. Кстати, билет до Качпара, билет 16 лир, 50 куруш, и билет из Анталии до Кумлуджа. Сейчас пойдем к нашим друзьям и потом уже гулять по городу. Мы пришли в офис к нашим друзьям. Они также занимаются рекламной продукцией, печатью. Здесь находятся небольшие магазинчики, парикмахерская. Ну, в общем, похоже на другие города Турции. Айхан, ты устал? Очень. Вот тут. Ну, а сейчас я вам покажу, как выглядит одна из центральных улиц города. В принципе, как и все города, чисто, красиво, дома такие же. Так, это, похоже, машина на наш жигуленок. Ну, а сейчас мы пойдем в офис к нашим друзьям. Так, Айхан выбирает себе самый красивый кубок. На Казанды, Айхан. Купа Казанды. Купа, на кубасы. Шампань, чёрт знает. А для шампанского? Шампион на кубасы. Вот такие вот здесь веселенькие автобусики. Выглядят они как старые, но очень новые. И вот такой вот оранжевенький Кумлуджа. Ходят эти автобусы по городу. Мы пришли покушать чайки-авто. Айхан заказал обычно, а я заказала мега-дюрюм за 5 лир. Кстати, в Махмутларе тоже есть комогенный чайки-авто. Владелица, которая турчанка Афет. И у нее самые вкусные чайки-авто получаются во всей Турции. А также у многих чайки-авто есть такая система. Например, в один день недели, в какой-то день недели или какого-то числа месяца вам бесплатно дадут 50% чайки-авто. Не 50% скидки, а 50% чайки-авто. То есть можно скушать в два раза больше за ту же цену. А еще здесь продают вот такую вот вкусную курочку всего за 10 лир. В Алании она, кстати, стоит 14, а здесь всего 10. И такое ощущение, что даже курица... Ага, на углях. Так выглядит муниципалитет Кумлуджа. В него входит и Адрасан, и Олимпус, и Чимера, ну и, конечно же, Кумлуджа. Айхан был здесь последний раз 8 лет. Секис Синоджи много лет? Докус? 9 лет. И говорит, что город очень изменился. Чок мудышки? Говорит, что очень изменился, все отстроили, все очень красиво, чистенько. Эн чок не дышки? Очень стал, говорит, город очень стал большим. Сейчас мы находимся в центре города. Здесь вот такая вот небольшая площадка. Какие-то шатры стоят интересные. Лев. Много очень детей гуляет. И много различных кафе, магазинов. И где-то здесь есть большие статуи баклажан. Общественные туалеты, друзья, в Кумлуджа с апельсинами. Очень красивый дизайн. Прям на автобусной остановке.
Сегодня мы с Айханом просто гуляем по городу, кстати. Спросили у одного продавца, близко ли здесь пляж. Он говорит, да, близко, 4 километра. Я говорю, нифига себе близко, пешком-то туда не дойти. В общем, сегодня мы гуляем по городу. А еще мы любим с Айханом заходить в разные закоулки, заглядывать в разные интересные места, которые недоступны большинству туристов. Вот посмотрите, зашли и попали в такое интересное место. Здесь расположена мечеть. И, конечно же, только в таких местах, только в закоулках вы увидите настоящий город, в какой бы вы ни приехали. А еще у этой мечети вот такой вот старый минарет. И я очень хочу однажды подняться на самый верх минарета какой-либо мечети. Айхан мне все обещает. Но я думаю, что в этом году исполнит свое обещание. Друзья, но... сейчас на улице январь месяц. Угун, он до Кузьмы? 20 января, представляете? А на улице вот такая вот зелень и красота, что вообще не ощущается зима. Кажется, лето, ну, так чуть-чуть холодно, может быть, даже весна или осень, ну, точно не зима, потому что никакого намека ни на снег, ни на морозы нет, все зеленое и красивое. Красиво. Спрашивают, как турки проводят время или как проводить время вечерами. А вот так вот, друзья, взять чашечку турецкого чая и наблюдать за жизнью, которая происходит вокруг. Например, здесь в маленьком городке можно выпить чаю и понаблюдать за тем, как дети играют в футбол. А еще, когда мы сидели, знаете, о чем я подумала? О том, что дети играют прямо около магазинов, и никто их не прогоняет, никто не говорит, вы шумите или стекла разобьете. Наоборот, мужчины, которые работают в магазинах, наблюдают за тем, кто же лучший футболист. Вот так вот, ребята, и живем. Мы уже в гостях у наших друзей, у которых останемся ночевать. Завтра обратно поедем в Аланию. Поэтому, друзья, с ними мы вас познакомим в следующем выпуске. Обязательно подписывайтесь на наш канал. И мы познакомим вас с нашими друзьями, которые живут в Кумлудже. Они поженились всего 4 месяца назад. Поэтому обязательно смотрите, как же живет молодая семья в турецкой провинции. Ну а сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.